Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд, австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона Труд, Новодвинск, магазин Меркурий. Здравствуйте, это телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Дыхание, взгляд, движение руки и шелк волнующего полотна волос. Я как художник взмахом кисти наношу удар. По грязи криков, ненависти, подлых слов, вздымая осенью забытые сухие листья. Весенний ветер и порывы счастья, открыв широкое окно, впустил, убив печаль и раздавив улыбкою ненастья, напился допьяно весенних сил. И теперь о погоде на 1 мая, четверг в Архангельской области. Котлас плюс 9, ясное небо и слабый ветер. В Плесецке пасмурно, но погода безветренная и плюс 6 на термометре. В Вельске плюс 9, ясно и слабый ветер. И, конечно, о погоде в Архангельске. Утром 0 градусов, пасмурно, возможен дождь, ветер слабый. Днем потеплеет до плюс 3, выглянет солнце, но все-таки облачно. Вечером температура опустится до минус 2, облачно и слабый ветер. Чтобы ты не сошла с ума, я сказал, что просто болен. Не могу я без тебя, а с тобой быть тем более. До встречи на телеканале ПС.